Горная 6/2. Вот я живу в этом доме, а как город... проползти, пройти со всех сторон? Море, лужа. Город вообще Омск. Омск. Никак не пробраться. Вот как? К подъезду не подойти с одной стороны и с другой стороны. Это вообще... Вот помойка, все плывет. Это все вот вода, которая стекает. Вон видно, как она стекает сюда, к нашему дому. Помойка вся плавает. Огородили, чтобы не ходили. Тогда даже и не пройти. Для чего огородили, вообще непонятно. Во-первых, птички поют, да, россияне? Во-первых, птички поют, так? Во-вторых, можно сидеть дома, так? Можно жить у друзей, правильно? Можно раздеться до трусов и поплавать, правильно? Можно не ныть, в конце концов, а сказать, а кому сейчас легко? Но россиянка решила сделать такое обличающее России видео. Что с ней надо сделать, с этой россиянкой? Что с ней надо сделать? Сколько лет колонии вы ей дадите? Вот как хочешь, так и пробирайся. Кошмар. Кошмар — это Путин.